подать в минуту душевной, в минуту душевной невзгоды, желание, что пользы напрасно и вечно желать, а годы проходят, все лучшие годы, и скучно, и грустно, и некому руку подать. Но кого же на время не стоит труда, а вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь, там прошлого нет и следа, и радость, и муки, и все там ничтожно. Но кого же на время не стоит труда? Ведь рано или поздно их сладкий недуг исчезнет при слове, исчезнет при слове рассудка. И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая, пустая и глупая шутка. И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг,